Жилищные субсидии может оформить каждый одессит, если его доходы в месяц не превышают 5000 гривен с расчетом на одного члена семьи. Чтобы получить субсидию, необходимо обратиться в управление соцзащиты, написать заявление и заполнить декларацию. Такой льготой может воспользоваться и неработающий человек. Его доход считают как минимальную зарплату. Также в число людей, попадающих под субсидию, входят арендаторы жилых помещений и студенты. Если студенты получают стипендию, то берется в доход ихняя стипендия. Если студент не будет получать стипендию, берется ему не минимальная заработная плата, а берется ноль. Доход его не учитывается совсем. В Одесском регионе 729 тысяч семей. Субсидию получают только 22 тысячи из них. Это низкий показатель, говорят эксперты. Поэтому призывают граждан оформить льготы. Отмечу, что субсидию не смогут оформить те одесситы, которые в текущем году совершили покупку на сумму более 50 тысяч гривен.